Здравствуйте, друзья! Хочу с вами сегодня поделиться таким наброском своего стихотворения. Ну, вот так. Еще, конечно, есть некоторые нюансы по нему, но мне хотелось бы оставить вот в первом виде, что у меня получилось. И, конечно же, потом я посижу, может быть, что-то переделаю и запишу измененный вид. Но это то, что лилось из моей души и то, чем я хочу поделиться вот прямо в эту минуту. О чем я мечтаю? Да просто о мирном дне, чтоб больше не убивали детей на нашей земле. Я говорю на русском, чтоб поняли мои слова. Мы мира хотим и жизни. Где-то немного так. Я говорю на разных порой языках, но свой никогда, никогда я не предам. В мыслях моих возникли снова эти слова. Никто не вернет нашей жизни до 24 февраля. Мы в небо смотрели с миром, на будущее глядя. Теперь мы живем с надеждой, что все это не зря. Не зря мы в свободу верим и боремся за нее. Нам скоро откроют двери, и каждый получит свое.